За прошедший день коронавирус победили еще 136 ставропольцев. За весь период пандемии выздоровели уже почти 24 700 человек. Такие данные опубликовал Владимир Владимиров. В регионе продолжается тестирование для выявления новых фактов передачи инфекции. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 230 жителей края. 7 пациентов скончались. Губернатор подчеркнул, впереди самое холодное время года, которое несет немало угроз со стороны болезней. Относиться к своему здоровью стоит с двойным вниманием и осторожностью. Важно продолжать соблюдать правила эпидбезопасности. На Ставрополье в ближайшие сутки ожидается сильный туман и плохая видимость. По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы температура воздуха будет меняться от плюсовых до минусовых значений. Региональное управление госавтоинспекции напоминает, что в условиях непогоды пешеходам не следует пользоваться наушниками и капюшоном, а переходить проезжую часть необходимо исключительно по зебре, убедившись в своей безопасности. На развитие газификации в крае в ближайшие 5 лет выделят больше 4 миллиардов рублей. Такая сумма инвестиций со стороны компании «Газпром» указана в соглашении о сотрудничестве, которое подписали руководитель газового холдинга Алексей Миллер и губернатор Владимир Владимиров. Документ предполагает, что средства пойдут на развитие существующих технических мощностей, а также помогут подвести голубое топливо еще 18 муниципальных образований. Это позволит укрепить статус Ставропольского края как одного из самых газифицированных регионов России. Новой территорией опережающего развития на Ставрополье может стать город Лермонтов. Такие планы озвучил губернатор Владимир Владимиров на круглом столе, посвященном вопросам поддержки бизнеса. Его провели в режиме видеоконференц-связи. В беседе приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Сергей Кагогин, а также представители федеральных министерств и ведомств. Важным направлением поддержки экономики в условиях пандемии стало развитие сети индустриальных и промышленных парков. На создание их инфраструктуры регионам компенсировали затраты. Опыт использования рекпарков для развития малого и среднего предпринимательства на Ставрополье продолжится. С 2016 года в региональные парки, ну я в частности один мастер возьму, мы вложили где-то около 900 миллионов рублей. Причем цифры делятся следующим образом. 300 миллионов мы взяли с федерального бюджета, 300 миллионов мы положили из нашего регионального бюджета и непосредственно наш резидент даже вложил 300 миллионов. Сегодня мы там создали 61 предприятие, 611 рабочих мест, и вложения бизнеса в этот региональный парк составили 5 миллиардов. В краевой столице завершилось строительство новой модельной библиотеки. Это комфортное медиапространство, где реализованы все современные запросы молодежи на получение знаний. Модернизированную книжную обитель отличает высокотехнологичное оборудование, скоростной интернет, кинозона и свободный доступ к фонду электронных ресурсов. Все это стало возможным благодаря участию города в национальном проекте «Культура».